Христианские притчи. Наследие святых отцов. Увязшего в топь по колено погрузили по плечи. Притча Авы Пафнутия. Некоторый брат в общежитии своем был ложно обвинен в прелюбодеянии. Он оставил общежитие и пришел в монастырь Аввы Антония. За ним последовали братья общежития, желая утешить его и возвратить в общежитие. Но придя, начали обличать его, говоря: «Ты сделал то и то». Брат утверждал, что он ничего этого не делал. Когда они припирались, случилось тут быть Авве Пафнутию. Он сказал спорящим следующую притчу. «Видел я на берегу морском человека, увязшего в топь по колено. Некоторые пришли, чтобы оказать ему помощь, и погрузили в топь по плечи. Авва Антоний, выслушав притчу Авы Пафнутия, воскликнул: «Вот муж, могущий исцелять и спасать души!» Братья пришли в умиление от сказанного старцами, начали просить прощения у брата и взяли его обратно с собой в общежитие.